все, заменяем всю столярку и меняем все белокаменные полы во всем храме. Да. Плюс входные группы все делаете? Все, входные группы здесь и тут. Все делаете? Да. И с обратной стороны? И да? С обратной стороны все. Да. Дальше консервируем живопись, которые здесь следы остались. Там, где нет, мы их подготовим под новую роспись. Так, понятно. Дальше. Вот это в этом году. Плюс лепной декор будет весь, кроме вот этих горельефов, они сложные, но здесь вы в курсе, там надо еще там на следующий год решать. Так, понятно. До 15 июня вы даете четкий план проведения всех работ, включая благоустройство, мощение и, соответственно, снос жилого дома. Вы котел и радиаторы включаете в смету по благоустройству и туда вот, да? В общую смету готовите, мне показываете. Сколько-то вам набивается? Выбор не случайный, потому что истоки Смолки, а собственно Смолка это та легендарная река, на которой произошло сражение в верховье Смолки. Отсюда открывается великолепная панорама на место сражения. Смотровая площадка, которая будет на здании музея, она будет несколько еще выше и будет отлично видно. Вот с правой стороны у нас зеленая дубрава, а вот две посадочки под углом сходятся. Вот на этом поле у нас как раз происходят все находки. В ту сторону вниз пошла, так сказать, понижение, это балка Рыбий Верх. Вот между балкой Рыбий Верх и, так сказать, рекой Смолка проходило само сражение. И все находки последнего времени как раз происходят оттуда. Это здание музея Куликовской битвы. Вот, поэтому, так сказать, вот здание это украшает. Вот эти вот, так сказать, копья, так называемые, на самом деле они имеют какую-то свою функцию. Вот эти тонкие, это светильники такие, так сказать. Вот эти толстые, так называемые, трубы, это дымоудаление, это вентиляция и специальные световые туннели. Проект реализуется в рамках празднования 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского. Вы прекрасно знаете его участие в этих событиях, которые происходили на Куликовом поле. Поэтому было принято решение все-таки вернуться к теме строительства музея, нормального, полноценного музея, как вот вы только что имели возможность посмотреть, музея, который может соответствовать всем международным стандартам. Какая перспектива Куркинского района у нас через 10 лет? Сколько будет в Куркинском районе жить людей через 10 лет? Ну, зависит от развития в нем производства, это однозначно. Не, но у нас же это же ваш функционал, правильно? Да, мы этим занимаемся. У меня простой прилагательный вопрос. Сколько через 10 лет в Куркинском районе будет жить человек? Я хотел, чтобы жило 20 тысяч. Так, хорошо. Это хорошо. У вас есть четкий план действий до 2025 года, как вы будете наращивать эту численность? За счет чего вы будете наращивать? То есть у вас должен быть четкий план по размещению производственных сил, правильно? Да. Производственных мощностей. То есть вы должны, каждый год вы должны понимать, сколько вам людей привлекать, каким образом вы будете привлекать. Ну, просто хотелки, это хорошо, что вы так хотите. Но вот у нас есть сельхозпроизводители. С каждым из них, Миляев, вот нужно садиться и прорабатывать, брать программу развития, брать 3-5-летнюю программу, прописывать, что они берут на себя, какие обязательства, что берет на себя Калина, что берем на себя мы. В общем, жители нашей деревни живут и соединяются с поселком Михайловским деревянным навесным мостом. Вот. Этот мост, это кость преткновения, в общем, 2 года уже нам обещают его помочь отремонтировать, но как-то вот никак не сложится. Нет финансов, нет организации и так далее, и так далее. Александр Степанович, а вы в курсе, что у нас есть такой проект, называется «Народный бюджет»? Да, мы обращались в этот народный бюджет, нас обещали включить. Что это на народный бюджет подавал, Александр Степанович? В 2014 году нет, в 2015 он у нас в проекте стоит. Подавали мы еще в 2012 году, ну вот не включился. Если это вопрос пешеходного моста, который можно сделать по человеческому способу, то это будет в 10 раз дешевле. Ну просто, понимаете, да? Там требуется только пешеходный мост, хоспособом. Там починить, выделить. Ну так сколько, на ваш взгляд, как мало предприятий, сколько там денег-то надо? Ну 1200-300 там больше не требуется. Меньше надо, да? Ну вы сколько вложите? 1010 я выделю, больше не могу, к сожалению. Ну уже неплохо, уже так это решаем. Когда вам практически бесплатные деньги дают, главное, чтобы вы, так сказать, людей привлекли немножко, понимаете? Когда, условно говоря, так сказать, на элементарные вещи вы не можете самоорганизоваться, и все ждем. Чего ждем-то?
что придет дядя, губернатор, сейчас нам мостик починит, потом там дорожку, так сказать, бочку поменяет. Ну это же глупость тоже, правда? Ну что, ну хорошо, а если не будет ходить к вам дядя, что будете делать?